Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео потратить одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Ребята, которые ищут в моих видео коды на робоксы, вступайте в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робоксы 16 дней. И в этом видео комментарий дня от AtanQR, который вы видите сейчас на экране. И сегодня по вашим заявочкам Элиас подготовила промокодики в игре Pop It Trading. Эта игра многим известна, она достаточно популярна, у нее 267 визитов на момент записи этого видеоролика, в нее играет 7600 человек. Ну, можно сказать 600, потому что я сейчас зайду и я буду 7600. Ну что, ребяточки, погнали заходить. Тут у нас вышло обновление флопа, которое принесло нам один промокод. В общем, погнали заходить. Итак, ребяточки, мы зашли в нашу игру, и суть этой игры, в общем, мы тут трейдимся разными вещами, нет, не только попытами, то есть мы тут ходим, трейдимся, в общем, все по-разненькому. И в этой игре есть промокодик, вводится, тихо, скамейка не нужна, пикник тейбл, точнее. Мы подходим сюда, здесь вот такая вот кнопочка кода YouTube, подходим сюда, тыкаем на нее, точнее, встаем на нее, и здесь мы можем вводить наши промокодики. Первый, буквально самый свежий промокод, который недавно вышел, уп-уп-уп, уп-уп-уп. Не найти. Уп-уп-уп-уп-уп-уп. Ну, как этот мем, если вы поняли, о чем я. Тут паровозик Томас заспавнился, ладно. Нажимаем промокодик идти, как-то странно переводится. Но ладно, активируем вообще этот промокодик. И видим вот такую вот радужную лестницу. Уронить или продавать, знаете. Прикольная кнопочка. Ну, вообще, лестница прикольненькая. Можно по чем-то, думаю, под... Хотел сказать, можно под чем-то забраться. Можно куда-то забраться, в принципе. Ну, и аптрейдить, блин. И потрейдить эту вещь. Следующий, ребяточки, промокодик тоже свеженький, выглядит вот так, 90 секунд, то есть очень простой промокодик. Погашаем его, запоминаем сначала, нажимаем кнопочку идти и получаем шлепу. Это у нас девочка шлепа, не помню, как я... Смотрите, прям так бы и затискала этого шлепа, такой... Но из этого промокода падает случайный шлепа, то есть вам может выпасть любой другой код, как повезет. Вот мне выпала вот такая девочка шлепа. Подходим дальше с нашим шлепой активировать следующий промокодик. Вот такой промокодик у нас идет. Наугхты You're Nice. Точнее, You're Nice. Ну, в общем, вы поняли, что это за промокодик. Запоминаем его. Погашаем. И получаем у нас паровозика Томаса. А ну-ка, вот и встретились. Встретились как-то два гения, называется. Два паровозика Томаса. Понятно, правда, как мы его держим. Ну ладно, это уже не важно. Следующий промокодик у нас выглядит вот так вот. Вот трипи, то есть простой промокодик. Погашанькаем мы его и получаем мармеладных мишечек. А точнее, это пружинку. Я там девочка погашала промокод, и я не понимаю. Это, кстати, иллюзия. Посмотрите, ребятки. Что? Ну, как будто бы иллюзия, вот согласитесь. Вот реально, как будто бы иллюзия какая-то. Давайте на белом пойдем, тут лучше видно. Но... Серьезно, честное слово, как будто какая-то иллюзия. Так видно, что это дыра, а так как будто бы шарики какие-то в руках. Ну, в общем, вы поняли, такая интересненькая вещь. Но этот промокод тоже рандомный, то есть вам может выпасть какая-то такая случайная вещь. Напишите в комментариях, что выпало вам. Но мы продолжаем вводить промокодики. Следующий промокодик у нас выглядит вот так. No Clip. Интересный промокод. Погашаем его и получаем... Прикольного человечечка, смотрите, он такой необычненький. У нас светлеет в глазах, как будто бы в нас скинули смог в Фортнайте. И нас, ой, Фортнайте, в каком гейджере, в CSGO, и нас кинуло в закулисье. Да, ребятки, ну я, конечно, играть не буду, я сейчас перезайду, но когда мы получаем этого чувачка, нас закидывают в другой, то есть, получается, в другой плейс, это закулисье у нас. Но если вы любите эту тему, мне кажется, игра вам подойдет. Ну а я возвращаюсь в нашу Pop It игру. Simple Dimple, нет Pop It. Simple Dimple, нет Pop It. Нет Pop It. Simple Dimple, нет Pop It. Ну что, ребятушки, обратно идем к нашей той самой менюшечке. Там девочка хлеб в руках держит. Интересненько, конечно же. Подлетаем сюда и вводим вот такой вот у нас код. Китти, миленький промокодик. Запоминаем его, простой, погашаем и получаем котика. То есть рандомного котика. Вот у меня получился вот такой код. Смотрите, какой он прикольный. У него там даже ротик так открылся, прям он так проработанный. Ладно, вот такой вот прикольненький котик. Конечно, как мы его держим, непонятно, но ладно. Следующий, ребяточки, промокод выглядит вот так. Попит.
Папа Ит, и восклицательный знак в конце, это самое главное. Погашаем, получаем наш рандомненький папыт. Мне вышел, выпал вот такой вот, розовое, темно-розовое. Ну, в общем, вы поняли, вот такой вот папытик. В принципе, мне выпала вещь, которую мне изначально в этой игре, наверное, и должны были трейдиться. Ну ладно, следующий промокодик у нас выглядит вот так. Стаффи. Промокодик интересненький. Погашаем и получаем у нас игрушечку из ФНАФа. Мне выпал Фоксик. Ну а теперь магия, ребятки. Я сейчас хочу его забрать себе. Па-пам! Это вот такой вот Фоксик, возможно, некоторые подписчики знают. Очень прикольно, что там могла выпасть абсолютно любая игрушка. Мне выпал этот Фоксик. У меня еще был Фредди, который я подарила другу, в принципе. Вот такой Фоксик, напишите в комментарии, нравится ли вам он. Посажу его рядом, чтобы он наблюдал за промокодиками, вдруг ему пригодится. Но мы продолжаем вводить промокодики. Ну что, ребяточки, на такой миленькой ноте продолжаем вводить промокодики. Выглядит промокодик у нас вот так. Армор и знак вопроса обязательно, то есть броня. Броня, как показать свое, свой вопрос, типа, броня, ну, в общем, вы поняли, погашаем этот промокодик и получаем арбузную броню. Теперь мы пудж, поздравляю, вы прошли игру. Ну, а мы продолжаем, вот такой вот промокодик у нас дальше идет, как, конечно, странно я выгляжу, sugar, I'm gonna sugar crush, ну, в общем, да, вот такой промокод, сахар. Простой промокод, погашаем его и получили конфетку на палочке. Вот такая вот прикольная конфетка, цвет ее может попасться рандомный. Мне, кстати, нравится, что тут падает из некоторых промокодов, точнее, из большинства промокодов рандомный. Это, я бы сказала, интересненько. Следующий промокод выглядит вот так, купит, то есть типа купидон. Этот промокодик нам должен выдать рандомную вещь из дня Валентила. Валентина, знаете, как светило, вот Валентилу. Погашаем и получаем, что я получила, вот такой вот любовный бумбокс. Кстати, выглядит он прикольненько. Ну что, ребяточки, продолжаем. Промокодик следующий у нас идет вот такой, no, очень простой промокод. Почему нельзя написать yes, но мы написали no, и, в принципе, это работает. И мы получаем вот такой вот листочек белый, смотрим, вроде белый листочек, и no, и тут Слендермен нарисован. Знаете, тупо я в 2017 году, когда нашла какой-то случайный листочек бумаги. Следующий промокодик выглядит вот так, тако. Тако-тако, буррито-буррито, как говорится. Правда, странно, что это не через C идет. Ну ладно, тако тоже пойдет. Погашаем и получаем у нас вот такого прикольного осьминожка. Итак, ребятки, я хочу взять его к себе в реал и туда-тудун-тудун. Правда, тут у него там добренький, у меня тут злой, у меня родственники злой, но его никто не увидит. Вот такой вот тоже осьминожек, он у меня есть в реале. Тоже его посажу рядом с Фокси, чтобы он тоже смотрел эти промокодики. Вдруг пригодится. Следующий промокодик у нас реально, ребятки, очень троллевой, так сказать. Как будто мы попали в троллфейс, потому что посмотрите этот промокод. Что тут еще говорить? В общем, этот промокодик я оставлю вам в описании под этим видеороликом, потому что я уверена, что не у каждого есть китайская раскладка на компьютере. Погашаем этот промокодик и получаем у нас петардочки. Ну-ка, подберем. Это вот такие вот петарды. Если мы их бросим, посмотрите, они такие будут. Вот, и сейчас будут взрываться. А ну-ка. Оп, и вот там идет искра. Ой, полетели. Как будто бы, знаете, случайно не уследил за сосисками, которые жарились на сковородке. Ты их так положил, что их там много, что их не подрезал, если маленькая сковородка. И они вот так вот полетели, как, в принципе, фейерверк. Но вообще петарды прикольные. Следующий промокодик у нас выглядит вот так. Тони, простой промокод из 4 символов всего. Погашаем его и получаем вот такого вот прикольненького тигра, которого мы держим за его полосочку. В принципе, он очень прикольный. Мемный тигр. Правда, внутри пустота. Жалко, конечно. Следующий промокодик выглядит у нас вот так, лут, мы погашаем его и получаем вот такую вот интересную игральную, ну так сказать, игральную кость, это у нас такая вот, такой вот кубик с вопросами. Но это, ребяточки, еще не все, его надо кинуть, чтобы он открылся, у нас нажимаем уронить, смотрите, он открывается, и это, я почувствовала себя лаки-блоком в Майнкрафте, и выпал iPhone. Если я не ошибаюсь, он очень дорогой, ну, смотрите, что-то, давайте посмотрим, что-то у нас есть тут, фото, камера, календарь, мы на календаре 9 сентября, нет, это не сентября, там, Tuesday, в общем, погодки, часы, App Store, настройки, пасбука, ХП, жизнь, точнее, health, это как, он, в общем, прикольный телефончик, но, по-моему, он стоит достаточно дорого, потому что тут iPhone X, круто, блин, я не могла отдалить.
Знаете, ребяточки, я сейчас зашла в магазин, хотела посмотреть, сколько стоит этот телефон, и так же самое. Продается тот мангл, который... Ну, типа, разработчики, я так понимаю, не знали, что это мангл, и написали «Розовый Фокси». Встречайте, Фокси розовый. Следующий промокодик у нас выглядит вот так. Баф, погашаем его и получаем вот такую штангу. Знаете, надо подкачаться, надо подкачаться. Хочу заметить, какой наш сильный персонаж. Он держит ее всего одной рукой. Хотя, кстати, мне кажется, что это больше похоже не на... В общем, это больше похоже на машину, на колеса машины. Следующий промокодик у нас выглядит очень просто. Выглядит он вот так. 2022, думаю, тут запоминать нечего, просто 4 раза тыкнули по правой клавиатуре, погашаем и получаем у нас бенгальский огонь. Куда ты покатился? Во, все, я поймала его. Вот такой вот бенгальский огонек. Идти. Следующий промокодик у нас выглядит вот так. Айс переводится как лед, но при этом, когда мы его погасим, мы получим алмаза. Алмаз, да, конечно, это не радужный, но алмаз, почему бы и нет. Следующий промокодик выглядит очень прикольно и выдает тоже очень интересную вещь. Выглядит так: шанс, ну, в принципе, да, шанс. Погашаем и получаем, смотрите, что это же игра в камень, ножницы, бумагу. Вот никто не видит, что мы выкинем, и вот мы можем выбрать что-то, либо камень, либо ножницы, либо бумагу. Вот, допустим, вот бумага, и мы можем с другим человеком, у которого тоже есть эта вещь, так сказать, играть в камень, ножницы, бумагу. Достаточно прикольно. Кстати, знаете, надо поставить, допустим, играем на этот попыт, кто выигрывает, тот его получает, знаете, вот так было бы прикольно. Следующий промокодик у нас выглядит вот так, JU-ANIDAY2021. Погашаем его, и он выдаст нам случайную вещь из серии отпуска. Но мне выпалась лопата, знаете, как будто бы огородная лопата, не песочная, а огородная лопата. Но ничего, тоже прикольная вещь. Следующий промокодик выглядит вот так. САС, то есть Амогус, ну, типа САС. Ну, в общем, вы поняли, промокодик погашаем, получаем Амогуса рандомного цвета. Мне выпал синий, он не предатель, а красный всегда предатель, всегда это помните. А вот выгляжу я, как будто бы я предатель, вот так, знаете, я стою за Амогуса, словно. Вот следующий промокодик выглядит вот так, Quit Ditch. Возможно, вы подумали, что он выдаст нам какую-то дичь, но нет, погашаем этот промокодик и получаем магнитушитель. Хотя сложно это назвать не дичью, особенно в этой игре, но в реальной жизни он нормально. Но вот посмотрите, вот почему я говорю, что это немножечко дичь. Fidget spinner я кручу в руках и днем, и ночью. Говорят, что я дебил, и все хотят помочь мне. Как-то я раз пришел к врачу, а он мне до свидания, мол, тяжелый случай. Хромосому не убавить, парень. Не, ну по сути на нем летать можно, но все равно это как-то крутишься. Ну, это очень странно. Очень-очень странно, ребятки. Я вот. А куда он полетел? Нет! Оу, ноу! Я чувствую себя котиком в космосе. Я даже на эту кнопочку не могу встать. Давайте я рандомную вещь сейчас возьму в руки. То же самое арбуз. Вот. Так мне больше нравится. Выглядит. Вводим вот такой промокод Spooky21. Этот промокодик нам выдаст случайную вещь из хэллоуинской серии. Погашаем и получаем, что это... Что это? Котик упоролся, ничего страшного. Продолжаем вводить промокоды. Я смотрю так, знаете, ребятки, прям... Хоррор так и прет из этого кота, вот прям так и прет, один глаз, как у него говорится, разные взгляды на мир, и плюс улыбочка такая белоснежная, идеальная. Следующий промокодик у нас выглядит вот так, кристалл, погашаем его и получаем 3 рандомных кристаллика, мне выпали зеленый, желтый, синий, собираем их, а конечно же, плюс 3 халявненьких кристальчика. Следующий, ребяточки, промокодик у нас выглядит вот так, ик, я не знаю, как это произнести, наверное, так, ик. В общем, вы поняли, погашаем этот промокод, получаем, ну, я получила таракан, но вы получите, получается, случайную хоррор вещь. Ну, точнее, вещь насекомую тоже можно получить, но так как я вообще не очень люблю насекомых, я, пожалуй, поменяю на какую-то другую вещь, на того же Фокса, и все, буду водить что-то другое. Следующий промокодик выглядит вот так. Сквид переводится как кальмар. В принципе, я думаю, что вы знаете, что мы получим. Погашаем, получаем челика из игры в кальмар. Это обязательно квадрат вот такой вот. В принципе, мы можем ходить с ним. Наш ручной охранник, как говорится.
И последний промокод выглядит он так: Гами. Погашаем его и получаем у нас 3 рандомных желейных мишки. Оп, оп, оп. Я, конечно, эти вещи прямо сейчас тоже могу вывести в реал, но я думаю, вы все их видели и так. Ну что, ребяточки, это последний был промокодик. Пользуйтесь этими промокодиками, получайте разные крутые вещи. Но на этом, ребяточки, к сожалению, видео подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Ну а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч. И, кстати, ребяточки, чуть не забыла, где-то в этом видео запрятан код, который разделен на 4 части. Будь первым, ты соберет его целиком и получит мне 20 робоксов, второй получит 10.